Друзья, всем привет, с вами Яков. Вот, наконец-то, уже заработала полноценно Diablo 3. А это значит, что можно приступать к прохождению портала Дерзаний, так как у нас запустилась уже новая ротация. И на этот раз это уже 163-я, где мы будем играть за Некроманта, который 346-го парагона, и нам с вами надо закрыть 55-й Великий Портал за 5 минут и 57 секунд. Что касается нашего персонажа, то он будет облачен в сет костюм Пылающего Карнавала. Кроме того, будет еще использовать сет орудия Есет. И в этом геймплее мы наносить урон будем с помощью умения Костяное Копье. Давайте сразу скажу о пилонах, которые здесь имеются. Я нашел тут 4. На первом ярусе это скорость, молния, а также сила. Ну и на втором ярусе это пилон защиты. И этих пилонов хватает, чтобы завершить портал Дерзаний успешно. Сам же этот портал тоже не особо сложный. Проходится с первой попытки, можете в соло, можете идти в группе, как есть желание. Но в целом, как мы здесь орудуем? Мы запускаем нашего симулякра. Ну и всех противников начинаем атаковать умением Костяное Копье. Противники будут погибать, пожирание будет поглощать трупы, будет восполнять нам эссенция. Если что, эссенцию можете восполнить еще с помощью умения Генератора. Ну, это мало ли у вас будут с эссенцией проблемы. Кроме того, вы для усиления своего урона можете использовать ваших скелетов, потому что после активации скелетов вы будете по противникам наносить больше урона. Хотя урона здесь и так хватает. Но все-таки для усиления урона, допустим, по элитным противникам или по боссам, вы этих противников скелетами отмечаете. И тогда вы этот портал закроете, ну, наверное, с легкостью. Так что пробуйте, не ленитесь, дерзайте, закрывайте портал Дерзаний, ну и в награду получайте коробку со всеми ресурсами. А я с вами прощаюсь, благодарю за внимание, за просмотр, не болейте, ну и желаю удачи, все с вами по ходу. Друзья, если вам нравятся ролики на этом канале, комментируйте, советуйте друзьям, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал на YouTube, вступайте в группу ВКонтакте. Я же для вас буду подготавливать все новые и новые интересные видео. Желаю всем удачного фарма, с вами был Яков, пока!